Ты помнишь Хаздину? Ну, хватит уже. Вместе с Верой. Ну, ты же актриса. Ну, что ты? Ну, здесь в крови, как вы камеру видите, у вас сразу... Я не работаю на камеру. Вообще? Да. Она не работает на камеру. Ты работаешь на камеру. Я работаю время. На камеру. Как только видишь камеру, сразу начинаешь. Да. Потому что с актером провелся. Не обращай внимания на камеру. С мотивированным провелся, и вот обращай внимание на камеру. А я нет. Она нет. Не, ну, в принципе... В принципе, мы прослушали очень много. Я тогда сейчас нормально лицо сделаю. Подожди. Ждем, дышим. Да. Так. Не, мы прослушали, на самом деле, очень много песен, да, и нашли некоторые очень красивые. Мы решили Фигаро. Он так здорово поет, но арию Фигаро очень, ну, так заразительно. Но потом мы решили, что... После Love Spring? Попоялся, решил, что это очень быстро. Даже дорога в номинацию, в принципе, и решили все-таки отдохнуть, вот, и взяли медленную, красивую песню. У кого дорога в номинацию? Ну, у меня точно была бы, у тебя не знаю. А если бы мы взяли Фигаро? Да. Потому что, ну... Нет, на самом деле, вот, я придумала, как я сейчас скажу, все. Сейчас, подожди. Извини, сильно? Ты нормально? Извини, пожалуйста. Извини. В Москве вообще мы все очень торопимся. И куда-то бежим и суетимся. Везде. А есть такая часть нашей жизни, когда ну совсем не надо торопиться, надо остановиться и побыть вдвоем. И песня называется «Не спеши». И эту песню пела также, но они никогда не пели вместе, дуэтом, но ее пела Анна Герман. И мы решили их совместить. Ну зачем ты рассказываешь? А я не буду рассказывать. Я не рассказывала. Сереж, ты должна сюда ехать. Сюда я? Мимо я меня! Я позавчера весь день прям ездила ты сюда. Слушай, ты вставай на левую ногу. Илюша, и круто. Я позавчера выучила сюда. И раз, два. И смотри на него. Я не знал, что Ксения Алферова, оказывается, не только актриса театра и кино, не только фигуристка эпохи периода, но еще и философ. Как вот выясняется, вот все больше и больше все-таки. У тебя еще много открытий впереди. Молодец. Да? Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Хотел бы. На льду Ксения Алферова и Повелос Ванагас. Необыкновенно элегантные сегодня Ксения и Повелос вместе с Ильей Авербухом. Как музыкальное сопровождение они выбрали песню «Не спеши». Ты спеши, ты спеши ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Не спеши, не спеши, когда мы с тобой вдвоем вдали беда.
Как замечательно, что мы в этой песне услышали дуэт Муслима Магомаева и Анны Герман. Очень получился лиричный и романтический номер у Ксении Повелоса. Очень внимательно партнер относился сегодня к Ксюше. Ухаживал, наверное, и в жизни Повелос умеет так красиво ухаживать за девушкой, как он сегодня делал это на льду. За весь танец я заметил только одну маленькую техническую ошибку у Ксении. Но зато образ был выполнен на 100, а может быть и более процентов. Я бы хотел похвалить все три.